Всем привет, это гайд на Zaihood, вторая часть, а именно эффекты в игре. Drunk Coffee — это плюс 2 к скорости. Well Fed — это плюс 1 к скорости, это бафы, которые нужно всегда использовать. Scarf Egypt — это защита от туберкулеза, а точнее зеленого облака. Already Bandage запрещает вам хилиться, доктор Бэк или Bandage. Drunk Tea дает иммунитет, который хорош при заболевании. Air Pollution замедляет на минус 4 скорости, очень плохой дебаф. Плейк, а точнее чума, будет повреждать ваш иммунитет и давать дебаф, как, например, Chills, который затемняет экран. Fatigue, который замедляет на минус 4 скорости. Fever, который будет у вас забирать здоровье. И Weakness, который делает перезарядку оружия и атаки медленнее. Manipulation, чем больше этого, тем быстрее вы будете перезаряжать орудие, атаковать и подготавливать ближнее оружие к чему-то, поэтому рекомендуется его получить. С помощью Blessing он дает плюс 25 Manipulation и делает из некоторых орудий в пистолеты. А еще я хотел сказать про два дебаф на речке, это Uncut, который делает вас грязным, и вы теряете иммунитет и минус 2 скорости, и Slowed просто замедляет на 3 или 4 скорости. А и в этом здании можно купить чай, еду и кофе, и это конец видео, всем пока.